Ремонтируем блок Ителма ВС-56, это Волга, ГАЗ-3110. Значит, проблема в чем? Постоянно крутит вентилятор. Больное место этих блоков — это вот эта микросхема ТЛЕ-6236Г. Она очень часто выходит из строя. Вот микросхему мы поменяли, новую оставили. И сейчас будем смотреть. Вентилятор у нас с 33-й ноги выходит, управление вентилятором. Запускаем через стенд, через наш. Значит, зажигание включаем, главное реле. И я поставил реле вентилятора на fuel pump, то есть на бензонасос. Сейчас мы будем его активировать через программу SMS-DIAC. Адаптер мы поставили Dialink. Вот программа SMS-DIAC. Выбираем газ. ВС-8 только заявлен, это следующее поколение. ВС-5-6 не заявлен, значит. Он то же самое, как Автрон 1.5.4. Можно его диагностировать. Начать. Итак, нам нужно управление исполнительными механизмами. Вентилятор. Система охлаждения. Включаем. Включаем. Выключаем. Опять включаем. Все работает после замены этой микросхемы. Закрываем. Также смотрим по отходу неисправности. То есть блок на связь выходит все без проблем. Майн-реле выключается с задержкой. Вот, как обычно на этих блоках. Ну, все собираем, отдаем хозяину. Причем по схеме очень странно, реле вентилятора как такового нет. А вентилятор реле находится на 33-й ноге. Называется реле вторичного воздуха.